В августе 4 ребенка стали жертвами ДТП в Люберцах. За летние каникулы многие из ребят успевают забыть правила безопасного поведения на дороге. Помочь им восстановить в памяти самую необходимую информацию для жизни решили в 20-й гимназии при участии ГИБДД. Там прошел праздник, направленный на профилактику детского травматизма на дороге. С подробностями наш корреспондент. Уже в первые дни учебного года в Люберецкой гимназии номер 20 прошел праздник, посвященный безопасности детей на дороге, песни о правилах движения, светофоре и важности быть осторожным. Члены отряда юных инспекторов движения в увлекательной форме рассказали первоклашкам об азах поведения в городе. Через дорогу перейти мы можем вам помочь. Мы светофорные сигналы, горим мы день и ночь. Велосипедист, пешеход, пассажир. В этих ролях бывает почти каждый ребенок. На любой из случаев существуют свои правила поведения, и напоминать о них нужно постоянно. Профилактика проходит постоянно для того, чтобы дети понимали, что правила дорожного движения, как ни казались они просты, очень важны, потому что очень, к сожалению, много происходит ДТП на дороге с участием детей. За летние каникулы количество аварий, в которых пострадали дети, выросло. Только в конце августа 4 малышей стали жертвами ДТП в округе. Все они были пассажирами. Связано это с тем, что все вернулись из отпусков, от бабушек, дедушек, из дач. И получается, немножко кто-то подзабыл правила дорожного движения. Больше это, к сожалению, касается родителей. Цель профилактики детского дорожного травматизма не только в том, чтобы малыши соблюдали правила безопасности. Если ребенок стал свидетелем того, как другой рискует своей жизнью, важно, чтобы он не остался в стороне. Я, наверное, подойду, скажу, осторожнее, аккуратнее переходи там. Жить тебе-то хочется все-таки. За 9 месяцев 2018 года жертвами ДТП в Московской области стали почти 8 тысяч человек, более 500 – дети. Сотрудниками ГИБДД в течение всего года ведется профилактика детского дорожного травматизма. Александра Томи, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.